ни хрена не понимаю, просто инглиш говорю, мне сделайте. А он такой смотрит на меня, руссо. И честно, мне уже так это надоело, вся эта история с руссо. И мексики просто ненавидят нас. Просто ненавидят. Мы сюда едем, потому что нам нужно попасть в Америку, но здесь просто ненавидят русских. И русские здесь ненавидят русских. Мексы тут ненавидят русских. Все ненавидят русских. И я это просто уже не выношу, потому что наша национальность, наша реальная национальность, она сильная. Мы очень терпеливые. Но просто я не понимаю, почему наши паспорта не так сильны, как, например, бразильский или мексиканский паспорт. Почему нас так сильно принижают? Почему нас все так ненавидят? Почему все так ненавидят русских? Я понимаю, потому что, может быть, мы эмоциональны, мы слишком искренне, но мы никогда не делаем никаких прямо слишком таких агрессивных вещей, как, например, там, нож достать, я не знаю, там, выстрелить. Может быть, это было в 90-х, но почему все такого мнения о нас? Меня просто это просто уже унижает. Мы полгода жили в Бразилии, у меня вся семья в России, но я не знаю, я понимаю, что я хочу более спокойный менталитет, где люди более толерантны, потому что в России все очень злые, но во всем мире нас так и считают, типа, просто считают нас какими-то белыми обезьянами. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт, ты, блин, просто никто.